Здравствуйте! Хочу показать вам, как смоделировать на основном чертеже, на основе чертежа нашего рукава сделать рукав-фонарик. Рукав-фонарик может быть присобран и по линии проймы, да, нашей по плечевой вот стороне, и присобран вот здесь вот внизу. Фонарики сейчас опять входят в моду, они становятся актуальными. Вот смотрите, здесь тоже фонарик, да, он присобран у нас и по линии пройми, и спущен чуть ниже. То есть они могут быть коротенькие фонарики и вот такие вот удлиненные, видите, по линию локтя. Также фонарик может быть еще таким, что присобрана будет только часть по линии проймы, а рукав внизу будет зауженный. Вот обратите внимание, точно так же присобрана у нас по линии проймы. Внизу заужен и идет оборочка. А вот уже идут такие блузочки, которые идут тоже с оборочками. Внизу более легкие летние. И коротенький, присобран на манжете. То есть это уже будет зависеть от вашего желания и от вашей фантазии. Итак, как моделируется этот рукав? Сам основа рукава разрезается. Ну вот давайте разрежем их на 6 частей. После того, как вы разрезали на 6 частей, мы должны с вами раздвинуть их таким образом, чтобы у нас рукав увеличился. Раздвигаем их и не забываем делать, приподнимать саму головку рукава. Вот она называется головка рукава, вот это высшая точка. Мы можем поднимать ее от 2 до 5 сантиметров, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы ваш рукав был более объемным. Вот чтобы он, видите, вот так вот ложился, не был вот так вот по руке шел, да, вот, допустим, ваша рука, а он должен чуть-чуть приподниматься. И исходя из этого, мы раздвигаем нашу выкройку. Ну вот, смотрите. Опять-таки, исходя из того, как вы хотите, если вы хотите, чтобы у вас был фонарик вверху, а внизу вы не хотите, значит, тогда мы делаем вот таким вот образом. Вот мы выкладываем. Вот так вот, чтобы здесь у нас ширина рукава оставалась. Таким образом, видите, рукав у нас как бы и закругляется. Чем больше вы его будете поворачивать, тем больше он будет закругляться. Не пугайтесь, так должно быть. Но при этом вы должны не забывать, что нужно увеличить высоту вашей верхней точки рукава. Если вы хотите, чтобы у вас рукав присобирался еще и внизу, то вы расширяете и эту часть тоже. И присобираете и здесь. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!